Блять, просто на четверку чуваки не заслужили, как бы. Ну, типа, нет такого. Поэтому, наверное, 5. Я шестерку вот из-за минуса, короче. Может быть, 6.5 я бы дал и вычел бы 2 за то, что это не лайф, как бы. Вот, ну, чисто лично. 4.5-5, наверное, бы получилось. Вот, ну, где-то так, по ощущениям, вот мои эмоции от заявки. Так, ты сколько даешь? Я шестерочку. Шестерка, и вот я где-то, наверное... Ладно, скажем так, если я сказал, что это, блядь, даже при лайве не хуже среднего, то со срезом за то, что это не лайв, как бы получается 5. Вот. И опять ты 6. Давай так, наверное. Угу. Так. Чуваки, реально не фути, устаешь от этого. Фути, не фути. Так. Вы очень просили очень долго. Получайте. Айо. Это Стэнс, это 8 Барс, это Чайна Таун, молодой казах, разъебем нахуй. От ноунейма до грайм легенды, в мой парус дует азиатским ветром. Это Чайна Таун, узкоглазый негр, молодой казах, молодой свежий, салам, салам. Тут молодой Казахстан, айо, салам, салам. Тут молодой Казахстан, айо, салам, салам, салам. Стэнс и 8 Барс, молодой Казахстан, а значит в парке 300. Катя Чайнатан, молодой Казахстан, математика X, элементы бинома, 2 паспорта, плюс билет ТК, нома за 3 козыря, километров от дома мы летим взять тетку, забели до гроба на зло. На зло, реагенты Азии, разрыв суперновый на казахском флаге, все телега Вайбер, мы не про мобайл, вы искали мой стиль, молодой как Хоукай, милитаризированный барс на минус, ганс, ганс, как талибанский, из-за соуарт, молодой кот, вагуан сквад, типа кис-кис, чик-чик, пау-пау-пау, трансфер, паруса ветрам на фотку, попутка в Питер, через катакомбы мой, дай хип-хап. Валим в октагоне, это грайм очки, но в таблице нолик. Молодой Леброн, слэм данк, джеб, 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 тейкдаун, Чайнатаун, о май гад, рвать вас на битах, дабы сорвать свой бан. Солдат, запомни мой флоу, кремация, пака, бомги, забиваем колпак. Это пака Хонтас на бите, all stars, будто пара Конгресс, ты кто? Бля, кто ты, кто ты, мы рвем биты, как вы рвете когти, грайм тайм. Это на неве казахский коп, не дабы банк остановил. Мне непонятны все ваши мотивы, они полумерны, ведут лишь сук. Сванка, я тот девиант, не казах, либо рвать вас на битах, либо никак. Салам от ноунейма, да, гайм легенды, мой парус дует азиатским ветром. Это Чайна Таун, как глазы негр, молодой казах, молодой свежий. От ноунейма, да, гайм легенды, мой парус дует азиатским ветром. Это Чайна Таун, как глазы негр, молодой казах, молодой свежий. Как наркота в твоем зимблоке, made in China. Все эти рэперы Молдовы, made in China. Луи Виттон, Supreme и Gucci, made in China. И сучки в питерских роддомах, made in China. Салам, салам, тут молодой Казахстан, айо, салам, салам. Тут молодой Казахстан, айо, салам, салам, салам. Стэнс и 8 Барс, молодой Казахстан, а значит в паке 300 кап, катит Чайна Таун. Молодой Казахстан, гадэм, наркота в твоем зиблоке, made in China. Все эти рэперы Молдовы, made in China. Луи Виттон, Supreme и Gucci, made in China. И сучки в питерских роддомах, made in China, салам. Давай ты первый. Чё, свежие ребята, давно такого, это, не знаю, прям свежесть какая-то как будто пронеслась. Ну, чувствуется молодой азарт. Азиаты, короче, откуда-то начали валить, делать стиль, вот прям пацаны красавцы. Да, они всегда валили. Сколько звезд Казахстана, пиздец. Ну, короче, вот прям, не знаю, сейчас лютый контраст идет, что... И причем в своей такой манере, не знаю, это очень радует, короче, ближе, если к делу. 9 баллов крепкие. В общем, не знаю, вот, блядь, про наркоту-то в моем пакете, блядь, что-то там было, не знаю, я не очень люблю, плюс, короче, пацаны выглядят молодо, я как будто слегка не очень верю, но по стилю доебаться не до чего, это во-первых, во-вторых, командная работа по очереди, то есть не куплет-куплет, а они как бы взаимодополняют друг друга, и это, ну, очень ценная штука именно в командном батле, да, не забываем, что... Главное у нас это взаимодействие. Ну и по схемам, да, у них все время менялись. Если посмотреть, то у них вот эти вот все время... Не штуки. Так важно... Это свежо. Не так важно просто, какой рэпак мне нравится. В случае, когда, ну, действительно круто сделано, качественно, ну, на всех... ну, разве что, как бы, меня немного смущала девушка, которая стояла вот слева. Она как-то немного, как будто не в своей тарелке себя ощущала, да, но это же никак не связано с выступлением чуваков. Поэтому, ну, заявка в смысле. Поэтому...
Чуваки, я хуй знаю из-за чего. Не то чтобы я хейтер, как будто я немного не поверил, поэтому 7 из 10. Не знаю почему, в чем дело. Я думаю, что высокий шанс того, что вы приедете и в лайве, у меня, ну, как бы, самые мои минимальные сомнения отпадут. Вот, пока что я дам 7 из 10. Вот, это моя оценка. Твоя еще. Моя девяточка. 7 из 10 и 9. Что вы думаете, ребят? Мне нравится, что они вышли из рамок и, ну, типа, по схемам. Ну, это азиатская штука, короче. Ну, вообще, они все просто такие, все время один и один. Ну, читает тот свой парт, тот свой парт. Ну, это, короче, уже как будто бы... Ну, да, на самом деле, как бы... А вот парни, тем более молодые, еще такие взорвались и врубились, что нужно вообще. Ну, короче, у них 100% своя фан-база. Если прям... я еще не ошибаюсь, это все площадка Top Flow, как бы, да, своих выпускников выдает. Либо... Да, я просто не знаю, насколько это... Оттуда? Ну, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Короче, я просто не знаю, как в Казахстане все мутится с батлами, да, я знаю, что там Top Flow — это площадка Ислы, и я не знаю, как оно было, то есть это площадка организовалась, и туда пошли типы, или, ну, типы не имеют принадлежности к площадке, как бы, и просто, типа, туда пришли, ну, чтобы сейчас просто себя показать. Вроде как я видел, что они там были. Вот. Ну, как бы, надо посмотреть еще раз. Да, чтобы да, не спиздеть сейчас, как бы, закроем тему, да? Да, но, да, да. Но, по-моему, чуваки как-то имеют отношение. И вообще, дохуя пиздатых, талантливых, молодых именно батл MC сейчас да, в Винязи. А, Top Flow, да? То есть я все-таки, короче, попал в точку. Да, да. Ну, тогда окей. Чуваки, давайте еще раз по оценкам продублируйте, пожалуйста. И без слов. Давайте сейчас не писать вот эти простыни, короче, потому что реально заебывает. Это 20-я заявка у нас была. Угу. Угу. Да, пиздаты, чуваки. Ну, на самом деле, как бы, я не вижу здесь... Тут очень редко меньше 7 оценки. И, ну, сейчас кто-нибудь по-любому меньше 7 поставит. Да, да, да. По-любому, бля, пиздата, охуенно. Мы с вами опять на одной волне, это радует, реально. Если вы думали, что мы просто, как бы, включим заявки, типа, ну, тут немного не реакция на заявки, то есть... Интересен фидбэк. Хочется фидбэк, да. То есть, как вы думаете, чтобы до конца проанализировать. То есть, вы же по-любому, ну, типа, многие из вас хотят поприсутствовать, да, на площадке, и, типа, мы должны понимать, как бы, ну, с вами на одной волне быть в любом случае. Поэтому вот эта штука и есть, как бы, оценивание заявок вот этих всех. Вот, где-то мы с вами не согласны, да, где-то мы пиздец как с вами согласны. Вот радует, что это один из тех случаев, когда мы с вами на одной волне. Это была 20-я заявка, что у нас, 7 и... А ты сколько, 10 поставил? 9. 9. А, ну да. Не, как будто за свежесть сейчас и 10 хочется. Ну, ну свежесть есть, да, согласен. Не бомбим насчет того, что мы кого-то еще не показали. Поверьте мне, если заявка была достойная, она с высокой, с высочайшей долей вероятности сегодня будет здесь показана. Даже не в списке прошедших. Но у нас еще 4 заявки. И следующая заявка, чуваки, давайте... Перископ майки.орг. Заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.